Я в американских фильмах неоднократно встречал эпизод, когда машина едет по краю пропасти. Поначалу думал, что это место находится где-то в Гранд Каньоне, но так и не смог его найти, а потом просто махнул рукой на это дело. Сейчас заехали в национальный парк Каньонлендс и офигели. Как обычно, подъезжаем такие к информационному центру, ну там асфальтировано шоссе, все как обычно. Выходим такие на смотровую площадку, а там охренеть. Прямо под обрывом еще одна дорога идет по самой кромке каньона. Такой вертикальный обрыв, а одна там вообще нет. В общем, прямо на въезде в парк можно свернуть на эту грунтовку и прокатиться по ней несколько километров туда-сюда. Так-то она ведет далеко вниз, там, по-моему, километров 30 где-то. Но чтобы получить о ней представление, можно просто заехать на полчаса. Кстати, непосредственно с дороги дно каньона не видно и глубина не особо ощущается, поэтому, в принципе, не страшно ехать. Как обычно, машину ведет Над, а я навигатор и кинооператор.